становление, как движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытии. И вот мы рассмотрение этой категории не закончили на том, что дали ее определение, а пошли дальше, как вот товарищ и просил, так сказать, дальше пройти, чтобы было ее место в системе категорий понятно, что какая следующая категория. За становлением идет определенное наличное бытие. Пока нам этого достаточно, давайте применим это к обществу. И тем более, что был вопрос, а чем заканчивается становление. И вот... Я спрашивал про становление историка, а не про становление целого. А так вот сначала надо разобраться в целом, а теперь надо применить это к истории. Вот давайте и применим. Вот когда мы говорим о переходном периоде от одной формации к другой, это переход, этот переходный период – это период становления новой общественно-экономической формации. Что это за периоды? Ну вот, как вы понимаете, был период, когда первобытно-общинный коммунизм переходил во что? В рабовладельческое общество, правильно? Он же не мгновенно перешел. И этот период, следовательно, если мы применяем то, о чем мы говорили на прошлом занятии, вот, то есть перед перерывом, он сочетался с противоположным движением. Не только происходил переход первобытно-общинного коммунизма в рабовладение, но и прямо противоположным движением. Рабовладельцев убивали, рабы убегали, да? И хотели снова они вести свое племенное и общинное хозяйство, а тем не менее уже возможности для того, чтобы отдельно захватить каких-нибудь представителей другого племени и пойти и хозяйство вести не вместе с племенем, уже такие возможности были. Что для этого нужно экономически? Экономически нужно, чтобы один человек мог прокормить двоих, как минимум. Иначе смысла нет завоевывать. Вот я вас завоевал. Нет, лучше вы меня завоевали, я вас не смогу. Вот, вы меня завоевали, вот, а я начинаю вам говорить, зачем вам меня убивать, я лучше буду работать, а вы будете жить припеваючи. Это когда я могу такое сказать? Когда я один могу произвести хлеба на вас и на себя, правильно? А если я могу только на себя, на вас не могу, вы меня что, должны охранять, если я ваш раб? Вы меня будете охранять, а я буду думать, как вас убить. Вам это надо, не надо, вы меня закололи, на этом все. Поэтому пока производительные силы не развились до такой степени, что один человек мог кормить нескольких человек, рабство было невозможно. А обеспечить рабство, то есть обеспечить охрану рабов, обеспечить, чтобы они работали на хозяев и не убегали, это трудная задача. Для того, чтобы такую трудную задачу решить, надо сделать специальную организацию. Как называется такая организация, которая бы подавляла эксплуатируемый класс, подавляла бы систематически, и для этого использовала силу, потому что никаким убеждением вы меня в раба не превратите. Правильно? Для этого нужно использовать силу. Организация силы для защиты и осуществления интересов господствующего класса. Как называется? Государство. Значит, ясное дело, чтобы построить государство, нужно немалое время, правда? То есть это те же самые отдельные рабовладельцы, которые думали, что они по отдельности устроят свои рабовладельческие латифундии, должны понять, что без единого, без единства этих самых рабовладельцев, без создания их единой организации, их же меньшинство, а им нужно создать такую организацию, когда бы они могли держать в повиновении громадное большинство и заставить это большинство на них работать, этих бедных рабов ловить, неработающих убивать. И это все оформить надо, чтобы это было прописано, что вы имеете право убить раба, потому что он поверженный. Он был вашим противником, он проиграл, он временно живет. И вообще вы можете в любой момент его заколоть. И так заколоть, и в ходе, так сказать, трудового процесса, если вам не понравилось, как он работает, и можете заколоть его и в порядке развлечения, когда были бои гладиаторов. Вот мне понравилось, как вот вы воевали, и другим понравилось, и тогда вот даже проиграл какой-то гладиатор, но и не сделали так, и он выжил. А сделали бы так, то его надо добить, и его добьют.
То есть этот длительный период, пока шло становление рабовладельческого строя вместе с рабовладельческим государством, называется переходным периодом от первобытно-общинного коммунизма к рабовладению. Никаких вот таких каких-то глубоких работ на эту тему мне не встречалось. Может, вам встречалось? Кто может сказать что-нибудь? Вы видели? Дело в том, что обычно изучают что? Или первобытный общинный коммунизм изучают. Так. Либо изучают рабовладение, либо изучают феодализм, либо изучают капитализм, ну и коммунизм. А переход кто будет изучать? Переход охватывает меньшее время, правда, историческое. Переход, наверное, не такой длительный был, как, скажем, первобытный общинный коммунизм считают иногда в 90 тысяч лет. Рабовладение – тысячи лет, да? Феодализм уже, наверное, ну да, ну пару тысяч лет, наверное, да? Капитализм уже сотни лет, меньше. Коммунизм совсем мало пока. Поэтому вот этим самым переходом не повезло. Почему? А вот становление не знает этой категории, товарищи историки. Будем считать, что вы знаете. То есть, если раньше все остальные были виноваты, теперь вы виноваты в том, что до сих пор нет исследований вот этого перехода от одной формации к другой. Какие у нас неисследованные периоды? Переход от первобытно-общинного коммунизма к рабовладению, переход от рабовладения к феодализму. Как обычно рассказывают, набежали варвары и уничтожили эти государства. Во-первых, что значит уничтожили? Там снятие было. Культура-то осталась. И наука, и искусство, вплоть до драматургии. Все это сохранено. Все это осталось. И оно присутствует в нынешнем нашем духовном развитии. Поэтому так вот представлять, чтобы взяли и все варвары уничтожили. Нет, они, может быть, не сразу это усвоили, а в конечном итоге и усвоили. Ну а варвары разве допустили создание снова рабовладения? А вот появилась другая система хозяйствования. Личная зависимость основана на крепостном труде. То есть крестьяне – это уже не рабы, их убить нельзя, но их можно покупать, продавать землей, без земли, семьей, без семьи. То есть это товар, и этим товаром можно распоряжаться. А кто будет им распоряжаться? Ну вот те люди, которые были князьями, те, которые возглавляли какие-то, так сказать, дружины, то есть люди, которые занимались военным делом, набеги совершали. И они становились оседлыми людьми и заставляли крестьян заниматься обработкой земли, вот, заставляли их пасти скот, делать все, что необходимо. И внутри хозяйства барщинного или феодального никаких денег не надо было. Все, что мне надо, сделают крестьяне. А уж если мне украшение нужно будет, тогда мы что-то продадим из сделанного, и тогда мы получим. То есть на окраинах феодальных хозяйств уже были денежные, товарно-денежные какие-то отношения. Товарные отношения. Точно так же и уже деньги появлялись уже и в период рабовладения. Но они, хозяйство-то было не товарным в целом, хозяйство было какое в рабовладении? Латифундии. В латифундиях работают рабы, они все создают. Дело рабовладельцев – потреблять. Раз потреблять, надо потреблять красиво. Поэтому строят красивые дворцы, храмы, различные сооружения, водопроводы, соединяются между собой. И мы прекрасно имеем архитектуру того времени. Это не то, что вот капиталисты, которые занимаются одним, дайте денег получить. Не думая о красоте, как можно больше денег получить, поэтому красивых зданий в период капитализма очень мало. В основном, вот возьмите, пойдите по Санкт-Петербургу, это все в феодальное время созданные дворцы. И Таврический дворец, и Смольный, и Исаакиевский собор, и много всяких, и Зимний дворец. Когда это было создано? А если новый, смотришь, оно уже рассыпается, которое в наше время. А старое, если оно, значит, не рассыпается, значит, старое. А рассыпается, значит, новое. Вот это изучено, как состоялся переход
от рабовладения к феодализму. То есть старые отношения рабовладельческие разрушены, а возникают на этом месте. Но производство-то все время должно продолжаться. Возникает другое. То есть запретили люди, которые набежали, не давали уже убивать рабов. И эти же самые рабы превратились в крепостных. Где это исследовано? Где это исследован переход рабовладения в феодализм? Этот процесс становления феодализма. Где он исследован? Такие книжки «Становление феодализма». Читали? Я не читал. Дальше берем. Вот процесс превращения феодализма в капитализм. Я только одну книжку читал на эту тему. Есть книга Ленина «Развитие капитализма в России». Она, правда, написана «Развитие», но лучше бы сказать «Становление», строго говоря. Ну, Ленин тогда еще был молодой, он был в ссылке по делу о Петербургском союзе борьбы за освобождение рабочего класса. Он отсидел год в тюрьме, а после этого попал в докторантуру, то есть в ссылку. И в этой докторантуре он написал книгу «Развитие капитализма в России» за подписью В. Ильин, где показал, как в крестьянской стране, в деревне, а не только в городе, развивается капитализм. И всю классовую структуру изобразил. Причем на огромном фактическом материале. Тот человек, который хочет узнать становление капитализма, он может почитать эту книгу. Других равных книг нету. И эффект этой книги был такой. До этого народники здесь господствовали в России и говорили, что Россия не пойдет по западному пути, в России капитализма не будет, у нас община, даже Маркса уговорили. И Маркс даже поверил, что, наверное, что-то общинное будет такое в России. Потому что люди, которые ездили на Запад, они, у них была такая, по крайней мере, если не народническая теория, но с народническим душком. А в итоге здесь получился уже к концу XIX века капитализм и в городе, и в деревне. А затем Ленин написал «Империализм как высшая стадия капитализма» и показал, что везде, в том числе и в России, уже стадия империализма. А Россия к тому времени была на пятом месте в мире по уровню экономического развития. Иногда говорят, вот отсталая Россия. Ну, как-то пятое место считать отсталым. А что тогда передовое? Сколько? Первые три места, что ли? Ну, стран-то сотни, а тут пятое место. Поэтому Россия была передовой страной капиталистического мира. А другое дело, что в капиталистическом мире неравенство, в том числе много было еще безграмотных, много очень бедных, так у нас и сейчас много бедных, а безграмотных становится все больше. Так что чего тут удивительного нету. Никакой такой задачи у капитализма делать всех грамотными нет. Что делает грамотным людей в период капитализма? Бурное развитие промышленности, развитие экономики. Если экономика не развивается, скажите, пожалуйста, зачем нам специалисты? Вот зачем нам специалисты, скажем, по производству легковых машин, если мы легковые машины поуничтожали все свои предприятия? Остался завод в УАЗе, выпускает машины «Патриот». И написано английскими буквами «Патриот». Это какой страны «Патриот»? Какой страны «Патриот»? Той, в которую продают. Тот или патриот той страны, в которую продают. Согласен. Ну а зачем тогда нам специалисты? Там специалисты будут, там будут делать моторы, разрабатывать модели машин, там будут делать рулевое управление, то есть там вся соответствующая наука и вся технологическая оснастка. А сюда привезут кусочки, из этих кусочков вы соберете автомобиль. Там на Nissan, Hyundai, General Motors. И в любой момент не привезут, и у вас нет никакой промышленности. Вообще ничего нету. Потому что они не обязаны вам постоянно возить. Это они сейчас вот такие санкции не применяют. А вот объявят, все, эти все заводы останавливаем. И вот то, что здесь было, ну, останутся эти все эти конвейеры, и все. Нету, вся технология у них, все заготовки у них. На Волге, в Нижнем Новгороде, все вплоть до бамперов привозят из Америки. Ну и как-то вообще это Волга Сайбер вообще захерела, уже ее и не слышно. Что-то я даже не встречаю, ничего нет, никаких публикаций, видимо, совсем остановили. Главное, что уничтожили Волгу.
машину, не стало ее. Самая была распространенная машина «Волга», ее уничтожили, и «ЗИЛ», который в Москве, его уничтожили. Ну и что тогда здесь? В синагогах, что ли? А? В синагогах ездили? В Советском Союзе люди ездили на «Волгах», правильно? Нет, еще не только на «Волгах», еще на «Москвичах» ездили. Это хорошие были. В основном ездили на «Волгах», правильно? Нет, неправильно. На «Москвичах» ездили еще. И очень широко, еще очень широко на ВАЗовских машинах давно уже в Советском Союзе ездили. Вот какая три. Машина сама? Из запорожцев ездили, между прочим. Очень хорошо в пробках запорожцев. Вот, тут были вот аварийные комиссары, они ловко вот тут объезжали все пробки и добирались до тех машин, которые в аварии. Сейчас уже тоже не стало, уже никто не выпускает все. У нас были разные машины. У нас не только были, у нас и «Чайки» были. И «Зимы» были, разные были машины легковые. У нас была своя технология и было свое производство. При этом мы не отказывались от использования зарубежного опыта. Там, скажем, немецкие машины были, когда делали «Победу», ясное дело, что использовали немецкие технологии. Или там, скажем, трактор «Фордзон» первый. С «Фордом» сотрудничали, с капиталистами сотрудничали. То есть мы не отгораживались от западного мира, только мы хотели... Не такой ситуации, когда мы будем никто при этом сотрудничестве. То есть они в любой момент прекратят поставки ключевых каких-то моментов. Вот у нас есть в Калининграде сборочное производство. Ну, не привезут части, все, нет этого производства. И все. В любой момент. Нет самостоятельной вот промышленности этой, наоборот. А вспомните, Владимир Владимирович ездил на «Желтой Калине». Что рекламировал? Ну, ВАЗовскую автомашину. Ну, значит, раз рекламировал, наверное, какую-то ставку одно время хотела сделать правительству на то, чтобы делали отечественные автомобили. Потом кому стал принадлежать завод ВАЗ? Кому? Чья это организация? Это российская или нет? Нет, это Renault Nissan. То есть Владимир Владимирович рекламировал Renault Nissan. Получилось. Нет, когда он рекламировал, он не был Renault Nissan. А теперь разрекламировали, и после этого Renault Nissan купили пакеты акций, и все. И опять мы продавцы. Как все хорошее, давай продавать. Когда начинает... И кого прислали руководить? Бо Андерсона. Откуда? Это тот, кто уничтожил завод по производству «Волги». Его поставили руководить теперь... заводом по производству машин на ВАЗе. То есть совершенно планомерно и спокойно уничтожается наше производство. А у нас то ли люди, так сказать, неквалифицированные, то ли политически такие лопухи, можно сказать, которые не понимают, что происходит. То есть хотят, чтобы Россия была самостоятельной, а вот она с колен-то встала, а ходить не может. Так чтобы еще надо, кроме того, чтобы встать с колен, надо еще ездить, для этого нужны машины, а не только ходить пешком. А машины надо делать свои. Уже, значит, получается, что как наши ракеты возить, значит, если бы не Белоруссия, так вроде бы как и трудно было бы и ракеты возить. И грузовых у нас уже немного. А вы видели, чтобы наше руководство хоть раз поздравило с победой нашу команду КАМАЗовскую, которая, бог, сколько там, 12 уже КАМАЗов выиграла, Декаров. Ну, взяли бы и поздравили. Поздравляем ваше предприятие с тем, что выпустили замечательную машину и подготовили замечательную команду. Нет, приехал Дмитрий Анатольевич, сказал, хорошая команда у вас. Оказывается, дело в команде, а не в том, что машины. Я разговаривал с проректорами МАМИ, с ректором. Я говорю, вот... У нас есть хорошая машина КАМАЗ. Нет, говорит, она вот выиграла столько-то Дакаров. Да ну, это, говорит, специально подготовленная команда. Я говорю, а что, во Франции вот едет по Парижу какой-то грузовик, на нем везут мороженое или на нем везут мясо, снимают и сразу его в Дакар. А там не готовят, что ли, думают? Да все страны готовят свои грузовики, когда они отправляют на соревнования. Поэтому же детский лепет думать, что просто так вот снимает прямо рядовой грузовик. Конечно, готовят. Но если систематически, десятки лет выигрывать, ну можно сказать хоть добрые слова? Вы слышали добрые слова? Это как стыдно даже, что у нас есть хороший грузовик. Вам не стыдно? Мне не стыдно, что у нас есть хороший грузовик, который выигрывает Дакар. А вот есть люди, которым стыдно, вот как-то им спасибо не сказать даже, тем, кто делает хороший грузовик. А вы видели, чтобы благодарили вообще кого-то, кто делает что-нибудь хорошее?
Ну вот приезжал Дмитрий Анатольевич тут на тракторное производство. Даже не сказали, что это тракторное производство Кировского завода, который делает хорошие трактора и на экспорт идут. Ну скажите вы спасибо. Официальную благодарность можно было вынести заводу, который выпускает? Или вагоны делает у нас, допустим, в Тихвине? Ну делают и делают. А вы посмотрите вот отечественные наши троллейбусы и автобусы. Если едут, ты не узнаешь, какой завод сделал. Если иностранный, сразу написано, понятно, какая фирма. А если наш, я спрашивал, допустим, подойду к кондуктору, вы не знаете, кто это сделал? Нет, мы не знаем. К водителю, если подойду, иногда говорят. А в основном не знают. Как будто это не важно. Трамваи у них хорошие вот едут. Чьи трамваи-то? Черт их знает. Покрасят красивый цвет, едут, хороший, удобный. Не знаешь, кто это производит. Но я знаю твердо, что у нас был трамвайно-ремонтный завод в Ленинграде. Он делал все хорошо. А потом вдруг ему не заказали. Но трамвай – это же не то, что на рынок вынесешь. Вот механически вы спрашивали. Что значит механически? Я вынес. Сделал трамвай на свой страх и риск. Вынес на рынок. Вам нужны трамваи? Вам не нужны. Вам нужен трамвай? Не нужен. Вам тоже не нужен. Кому нужен трамвай? Никого. Я в газету завернул, пошел домой. Ладно, завтра приду, ракеты баллистические будут продавать. Или подводные лодки. В них хорошо ездить по морям, безопасно. Не нападают пираты. Где этот завод? Нету. Ну, раз нет заказов, нет завода. Ну, вот у вас завод хороший, вы все делаете, хорошие трамваи. Здесь же все рядом, не надо откуда-то везти. Люди здесь на работе находятся, специалисты. Вам не дает город заказ. Что вы будете делать? Ничего. Все. Конец. Конец. Нет завода. На Чугунной улице. Так и с другими вещами. Вот у нас был вагоноремонтный завод имени Егорова на Московском проспекте. Делал, между прочим, вагоны метро. Где он? Там же, где скороход. Что там, где скороход? Какие-то фирмочки, бизнес-центры и прочее нету. Там, где и Пролетарская Победа, который был хорошую обувь выпускал, нету. То есть вот это мы наблюдаем. Значит, возвращаемся к главному, о чем мы говорим. Значит, надо рассмотреть, какие процессы идут, и вот то, о чем мы сейчас говорили, это вот процессы негативные, а есть процессы позитивные. Поэтому в переходный период, когда феодализм переходил в капитализм, вот это было время подъема промышленности, это было время технических усовершенствований, быстрого роста производительности труда. И наши капиталисты российские, это были, можно сказать, уважаемые люди, это была передовая часть общества. Правильно? Они организовывали предприятия, они внедряли все. И у нас даже крупные монополии были в начале 20 века. Есть работы, вот у Ленинской работы, а еще вот мало почти других работ, я не знаю, может быть, еще найду свои. Берем следующий переход, переходный период от капитализма к коммунизму. С чего он начинается? Он не похож на переходный период от феодализма к капитализму. Почему не похож? Потому что в переходный период от феодализма к капитализму, капитализм зарождался как бы естественным путем в недрах феодального общества. То есть там власть феодальная, землевладельцы правят, царь правит, потом царя потихонечку отодвигали от решения каких-то хозяйственных вопросов, он уже становился все более номинальным. Вот, а класс землевладельцев тоже отодвинули в 1861 году. А землевладельцами они не перестали быть. То есть у них была большая экономическая мощь, поэтому этот правящий класс был и экономически могучим. А что, так сказать, имело крестьянство? А крестьянство отрезки всякие имело. Земля не национализирована, земля не разделена между крестьянами, а без этого развитие капитализма не идет. В деревне затормозилось все. Развитие капитализма в деревне началось после Октябрьской революции, так бурная. Почему? Потому что когда землю разделили, вот можно хозяйствовать, когда много земли. Тогда одни богатеют, другие беднеют. И к 28-му году у вас сформировалась капиталистическая деревня. В то время, когда уже социалистический город уже тоже сформировался.
Вот переходный период. И что получалось? Что у нас власть феодальная была, и она была до февраля, а в экономике уже капитализм. То есть базис капиталистический, а настройка феодальная. И пока эту феодальную настройку не убрали, было феодальное общество, феодальная общественно-экономическая формация. А корень был в экономике? Был, потому что феодалы были землевладельцами. И вы хотите строить завод – платите арендную плату. Вы хотите хозяйствовать, если вы крестьянин – платите деньги за то, что вы зашли на пастбище, и за то, что вы зашли в лес, и за счет того, что вы стали пахать. Буржуазная революция решила проблемы буржуазные? Нет. Буржуазная революция не отдала землю крестьянам, и поэтому вот этот период от февраля до октября, который отмечают, одни отмечают, другие празднуют, одни с радостью, другие с ненавистью, по-разному, все зависит от позиций. Вот этот весь период чем отличался? Что буржуазное правительство буржуазные задачи не решило. Оно землю у землевладельцев не отняло. То есть они это феодальные остатки не уничтожили. И оставили это большевикам. Тем легче было сделать революцию большевикам. Потому что большевики сразу решали задачи буржуазные одним махом. Приняли декрет о земле и решили эту задачу. И второе, они построили гурьбой государство. Тут другая картина. Сначала государство, а и социалистической экономики еще нет. И сколько ее не было? В декабре какая была экономика в Советской России? В декабре 17-го года. Ну какая? Какая была, такая и оставалась. Ничего в экономике не произошло. Правда, был закон принят, декрет о рабочем контроле. Это значит, вот вы капиталист, а пришел комиссар и учится у вас, сидит в кабинете и все слушает. Ему прав никаких не дано было вмешиваться в деятельность директоров там, или хозяев предприятий. Но смотреть, чтобы они не уничтожили средства производства. Вы же собираетесь их национализировать? А если вы их собираетесь национализировать, так посмотрите, чтобы что-нибудь не открутили важное от станков, да выбросили в него, да фонтанку, и после этого национализировать буду грубого металла вы будете. Поэтому вот это такой период очень важный. Но это контроль, это не управление. А управление началось, когда прошла национализация. Когда прошла национализация? Национализация прошла в январе 1918 года. И что получилось? А получилось вот так, Ленин описывал, что мы национализировали столько, положили в рот, что проглотить это не можем. Почему? Ну, потому что только узкая часть экономики могла быть по плану направлена. Вот получилось то, что сейчас есть в России. Госкапитализм. Вот эти предприятия государственные, но они по-прежнему хозяйничают так, как они раньше. Что хотят, то и производят. Где хотят, там и берут сырье. Но прибыль должны сдавать государству, раз национализированы. Ну и сейчас Роснефть должна прибыль сдавать государству, Газпром должен сдавать прибыль государству, ОРЖД должна сдавать прибыль государству, а, скажем, Почта России должна прибыль сдавать государству, а сколько они себе могут взять, а это их дело. Поэтому они накачивают себе большие зарплаты, это издержки производства, а значит, в связи с этим прибыль становится все меньше. Эту маленькую прибыль отдают государству. Это и тогда было, и сейчас. Поэтому стараются сделать членом правления, как вот в Роснефти, по 24 миллиона в месяц. В Газпроме по 15 миллионов в месяц. Да? Потом нам рассказывают, что денег нет. В ОРЖД, это бедняки, 5 миллионов в месяц. В Сбербанке на уровне 3 миллионов у членов правления. Это те, которые рассказывают, как они помогают старушкам, они у старушек делают денежки и хранят. И эти денежки дают потом в рост кому-то под проценты. И обогащаются, и им какой-то процентик платят. Гораздо меньше, чем они получают. И тем самым получился вот этот госкапиталистический сектор очень большой. Поэтому образовалась переходная экономика, это становление коммунизма, в которой был коммунистический уклад, госкапитализм, про который я сейчас говорил, государство социалистическое, экономика по-прежнему капиталистическая по типу хозяйствования. Вот это механическое, тут все спрос решит, что рынок скажет. Дальше идет
частнохозяйственный капитализм, который не национализировали, это более мелкие предприятия. Или, как сейчас бы сказали, мелкий бизнес. Мелкий бизнес, но это капиталисты, а не мелкие буржуазные. Потом мелкотоварный или мелкобуржуазный уклад. Это крестьяне, середняки. И это городская мелкая буржуазия, мелкие хозяйчики, работающие на рынок, живущие своим трудом, со своими средствами производства, но цель у них – продать и получить стоимость, пока не прибавочную. Но идеалом их – стать настоящим хозяином, а не мелким, стать буржуа. Но этот идеал недостижим, потому что для некоторых только это возможно, а уж в условиях переходного периода коммунизма и совсем невозможно. То есть там вот они пока поддерживали экономику и сами себя, а им вообще грозит падение в ряды пролетариата, потому что разоряются, и сейчас разоряются, и сколько они поддерживали, после каждой поддержки мелкого бизнеса у нас в современной России его становится все меньше и меньше. Мы вас поддержим, под водой поддержим, если вы не задохнетесь, мы тогда вас немножко опять поддержим и опять туда. Вы же видите, вон, мы взяли в Ленинграде и распилили все ларьки. Зачем? В период НЭПа, скажем, при Сталине, распилили вы? Распилили какие-нибудь мелкие ларьки? Зачем? Вот если государственный сектор создал более дешевый продукт и в большем количестве, вы куда пойдете покупать? Вот туда, где дорого, или сюда, где дешево? Вы пойдете покупать дешевый. А что вы будете покупать, если частник сделает что-то очень хорошее? Вот хорошие продукты на колхозном рынке, свежие, дешевые, которые государственные предприятия лучше не делали. Ну так эти пусть на рынке остаются. Зачем их закрывать? А тут сами предприятия закрываются. Вы же не пойдете к частнику, если у вас государственный магазин дает дешевле и лучше. Поэтому произошло такое или шло соревнование. Ну, конечно, не социалистическое соревнование, конкурентное здесь совершенно явное. Капиталистическое соревнование. Либо победит социалистический или коммунистический уклад, либо победит капитализм частнохозяйственный. Но хозяйствовать не особенно давали, потому что только 3 наемных работника могли быть наняты в период НЭПа. То есть, пожалуйста, будьте капиталистами, вот вам 3 наемных работника, но сильно вы не разживетесь. И постепенно эти все уклады сошли на НЭП. Патриархальный, мелкотоварный, капиталистический. А госкапитализм превратился в коммунистический. Он постепенно туда, по мере развития планирования, он туда вошел. И к середине 30-х годов, после коллективизации, которая была революцией в деревне, завершился переходный период. Вот меня спрашивали, а когда конец? Конец переходного периода в России – это середина 30-х годов, когда произошло уничтожение частной собственности. Или, другими словами, произошло установление общественной собственности. А раз появился строй, основанный на общественной собственности, это какой строй? Коммунизм. Поскольку коммунизм означает общий. Какой коммунизм? Ну а какой может родиться из капитализма коммунизм? Только с родимыми пятнами капитализма. Ни полный, ни зрелый, ни спелый. Вот вы можете канонически взять работы Маркса «Критика готской программы», где Маркс пишет, что в первой своей фазе, на первой своей ступени коммунизм не может быть вполне зрелым, вполне свободным. От следов или традиции капитализма остаются родимые пятна капитализма в экономическом, нравственном и умственном отношениях. Допустим, нравственного и умственного отношения не было. Взяли и переспитали всех. И просветлили умы. Но если есть в экономическом, оно перейдет, отразится и в умственном, и в нравственном отношении. Поэтому вы никуда не денетесь. Весь, значит, долгое время, и это все фаза социализма, и границы ее неизвестно каковы, то есть ни один серьезный человек, и Ленин на этом акцентировал внимание, не скажет вам, когда закончится вот фаза социализма и начнется фаза полного коммунизма. Вот коммунизм уже есть, а сколько будет он неполный? Это зависит от того, как будет развиваться. Это же движение, это может быть как вперед, так и назад. Это же становление шло тогда. А тут вот, когда уже построили первую фазу, здесь уже пошло изменение коммунизма. Это мы отдельно будем изучать в следующий раз. А сегодня мы акцентировали свое внимание на социальном становлении. Вот в первой лекции мы рассмотрели социальное становление просто как становление, так, ничего о социальном не говорили. А вот на втором занятии, вот сейчас, мы рассмотрели, как это выглядит в разных
переходных периодах. И вот все эти периоды, конечно, заслуживают исторического исследования. Но какого исторического исследования? Которое не забывало бы, что кроме вот этого восходящего движения, есть другое движение, которое разрушает то, что созидается, и поэтому тенденция к разрушению была всегда. Она была и в переходный период к рабовладению, и в переходный период к феодализму, и в переходный период к капитализму, и в переходный период к коммунизму. И, ну уж забегая вперед, надо сказать, что она и потом будет, когда и нет становления. Но в становлении особенно. В становлении же есть единство возникновения и прихождения. Хотя вот мне пришлось читать курс политэкономии на матмехе и на экономическом факультете, вот в этом здании, для экономических кибернетиков. Я вам хочу сказать, что программы были составлены так, что в них было записано «возникновение и становление», какие-то грамотеи написали, «социализма». А где прихождение? А нету. В программах прихождения нету. То есть как бы предполагается, что есть только восходящие потоки, а нисходящих нет. Это все равно, что у вас вот пищеварительный аппарат есть, а выделительная система отказала. Что будет? Ну как без борьбы с отрицательным, без борьбы с негативными тенденциями может удержаться вообще строй? И дальше, а уж дальше, когда началась концепция развитого социализма, она нас завела в переходный период снова. Поэтому мы еще один переходный период имели при социализме в России. Какой? 1961 года, когда от диктатуры Батурята отказалась КПСС на 22-м съезде, пошел переходный период от коммунизма к капитализму. Сколько он шел? 30 лет. Вот сейчас говорят, Советский Союз развалился. Интересное дело. Когда строился социализм, это потребовало 18 лет. А чтобы сломать социализм, потребовалось 30 лет. И это не развалился. Это тяжелейшая борьба, которую вели изнутри, и снаружи силы, противостоящие социализму. Они вот здесь победили. В Корее они не победили, в Китае не победили, и на Кубе не победили, и в Лаосе не победили, и в Вьетнаме не победили. Но там вопрос, как вы понимаете, они же, кроме Кореи, они все в переходном периоде, поэтому зарекаться от возможного поражения, конечно, нельзя. Из-за чего главным образом было поражение? Только из-за того, что была демобилизована полностью, теоретически, в сознательном плане, демобилизована партия, демобилизован рабочий класс. Особенно после такой тяжелой и страшной войны и восстановления народного хозяйства, вам объявляют, всякая борьба закончилась. Классовая борьба прекратилась. Идите, отдыхайте. И пока вы отдыхали, мы приватизировали ваши заводы. Причем картинно было с приватизацией Кировского завода. Когда на конференции поставлен был вопрос о приватизации, мой родственник Шурин, Овсиников Виктор Александрович, он потом был депутатом Ленсовета, он выступил на конференции, и после его выступления проголосовали против приватизации на Кировском заводе. И тогда что сделали мудрые хозяйственники, приватизаторы? А летом они отправили в дополнительный отпуск всех, весь коллектив, на месяц, и стали всем платить в этот отпуск. За это время они готовили приватизацию. Потом они, пока те там отдыхали, товарищи на Мшинской, они еще в отпуск, еще на один месяц, опять платный. Ну, народ так разомлел на солнышке, хорошо. А когда он пришел в сентябре, все уже было приватизировано. А вы не были просто, вы же в отпуске были. Мы вам не запрещали. Ну, вот так произошло. Так что этот переходный период тоже заслуживает рассмотрения. Вот я в одном из разведопросов прямо написал диалектику перехода от коммунизма к капитализму. Там народ когда удивился, когда я сказал, я вот такую буду тему рассматривать. Как это рассматриваете вы наоборот? А почему это вы все время рассматриваете, что только туда может быть переход? Может, и обратный переход. Что это не надо изучать, как вот социализм перешел обратно в капитализм? Надо же? Ну, давайте изучать. Так что получилось, что у нас кроме вот этих переходов еще вот есть обратные переходы, которые не мешало бы тоже поисследовать, поизучать исторический опыт, скажем, вот опыт нам нужен, потому что из опыта извлекаются уроки. Вот есть такая книжка «Общественно-политическая жизнь Ленинграда в годы перестройки». Вот такой толщины издавал «Мемориал». Там и про деятельность Народного фронта, который начал все разложение социализма здесь, в Ленинграде, и возглавлял его
этот Народный фронт, кто тогда был заместителем председателя Счетной палаты. Он сейчас выступает как бы левым товарищем. Вот, там все указаны, и кто создавал Объединенный фронт трудящихся. И несмотря на то, что это издавал мемориал, и там такой, ну, сказал бы, сдвиг в буржуазную сторону явно и есть, но там даны обе стороны. И показана борьба, которая шла вот в этот период. Потом было обсуждение этой книги. Мне приходилось выступать перед теми, кто тогда был активными борцами против социализма. И я им так сказать, ну, я вот туда пришел как профессор университета, они вот как были шандропа, так и есть шандропа. Эти демократы их потом выкинули отовсюду, поскольку они ничего не могли делать, только ломать и портить. И они друг на друга нападали, ну, а вот к тем, кто с ними, так сказать, сражался, относились с уважением. Потому что уважают только сильных в таких делах. Вот такая картина. На этом давайте сегодня и закончим. Спасибо за внимание.